Итак, знакомьтесь, боец в синем углу. Introducing you first, fighting out of the blue corner. Ему 29 лет, рост 167 сантиметров, вес 61,75 килограмма. Профессиональный рекорд 16 побед, 5 поражений, и его стиль бразильское джиу-джитсу. Ladies and gentlemen, he's 29 years old, standing 167 centimeters tall, official weight 61.75 kilos. And Brazilian jiu-jitsu specialist, with professional record 16 victories and 5 losses, representing Manaus, Amazonas, Brazil, he is Michael Boca Silva. Его соперник в красном углу клетки. His opponent fighting out of the red corner. Бойцу 28 лет. Рост 167 сантиметров, вес 62,45 килограмма. Профессиональный рекорд 12 побед, 7 поражений при одной ничьей, и его стиль бразильское джиу-джитсу. Ladies and gentlemen, he's 28 years old, standing 167 centimeters tall, official weight 62.45 kilos. And Brazilian jiu-jitsu specialist with professional record 12 victories, 7 defeats and 1 draw из Санкт-Петербурга, Россия. Приветствуйте, Никита Пиранья! And your referee in charge, Lukasz Basaski. Вновь у нас дивизион до 61 килограмма. Майкон Сильван против Никиты Чистякова. Очень близкие цифры и с точки зрения роста, возраста, да и послужные списки тоже вполне сопоставимы. Итак, смотрим. Очень здорово борется и тот, и другой. Размашистый удар был от бразильца, и начинает он провоцировать Никиту. То прошли, то влевши, и неплохо по корпусу. Выманивает, как будто бы на себя. Майкон. Хороший лоу-кик, отлетела прям нога. Тут же у бразильца. Заряжен Чистяков, лишит возможности легкого передвижения своего оппонента, работая под ближнюю ногу. Это было неплохо. Просто настоящий динамит был сейчас в левом кулаке у бразильца. Делает он ставку на один акцентированный удар. Очень заряжен Сильван. Лестка по ближней, вновь Чистяков. Да, забрать правую ногу было бы неплохо. И по-прежнему в правосторонней стойке левши работает у нас Сильван, подбирается поближе. Да-да-да, туда можно набрасывать. Чем больше, тем полезнее будет для Никиты. Но пока не подает никаких признаков того, что у него травмирована нога и пытается вот этим размашистым левым боковым зацепить. Левше, кстати, работает как раз-таки сила. Неплохая скорость у Сильвана. Отмечали мы также его стартовый взрыв. Вновь показывает, как будто выманивая, и удар вопросом, великолепно. Но по защите в итоге получилось очень эффектно, но неэффективно. Вот есть такое ощущение, что эта встреча идет до ошибки. Очень быстрые парни, решительные. Здесь уже хайкиком отвечает Сильван. Да, и динамика супер высокая, особенно в этом весе, поэтому здесь может быть очень стремительное развитие событий, как раз после этой самой одной ошибки. Еще один хайкик. Да, казалось бы, вообще в этом весе редко работают одиночными, да, и скорости здесь очень высокие. Но здесь именно такой поединок, удар на удар, кость в кость. Готовит удар слева, Майкон Сильван, но пока не видит момент, когда можно на него выйти. Рывком сблизиться не получается. Следит за дистанцией Чистяков. Дальние руки выцеливает Майкон. Попытка мидл-кика. Сильван одно и то же делает. Вот сейчас стомп такой по бедру пытался пробить. Первое оригинальное действие. И опять показывает Майкон, мол, давай зарубимся, иди ближе. Пытается выйти из-под прессинга Сильван, и удачно, и как слитно действует Никита Чистяков. Провалился, но тут же забрался в борьбу и за спину еще прыгнул. Но тут может быть опасно. Да, там ногу схватил и пытается пятку скрутить. В итоге не получается. Здесь важно улучшить позицию и перебраться, выиграть и занять положение. Борьба продолжается на настиле. Но расторопнее оказывается сейчас Сильван.
Он уже в полном маунте, вы посмотрите, минута 40. Вот это да. Отмечали мы, что очень круто борется и тот, и другой. Сейчас шанс для Сильвана. На рычаг локти пытается выйти. Крутится вместе с ним Чистяков, чтобы избежать этого приема. А Маун становится все выше и выше. И появляются возможности у Никиты выбраться из этой борьбы. Локоть с целью именно посечь. Скользящие, режущие удары от Сильвана. Да, будто лезвием проходится по голове, но пока только покраснения возникают на голове у Никиты Чистякова без рассечений. И все-таки думает о рычаге. Думает, думает, пытается рывком здесь вот развернуться. И это шанс для Никиты, для того, чтобы выбраться. Подкручивается попытки вставить ногу. Да, это удается. Уже лучше. Хотя бы не полный маунт. Опять удары полетели. Да, бразилец здорово выглядит на настиле. Прижимает голову к себе Чистяков. Сейчас хотя бы минимизирует ущерб. Подвязывает, подвязывает левую руку Силвана для того, чтобы минимизировать попадание. Тем временем у нас с таким динамичным развитием событий 20 секунд всего с лишним остается до окончания первого раунда. Который выигрывает бразильский атлет. И здесь еще одна попытка обойти защиту. Высоко ногами подрабатывает Никита. Никите необходимо немного менять свою тактику. И подождем. Ваша поддержка, Питер! Возвращаемся в бой. Здесь смотрим, как пытался все-таки конвертировать это преимущество с фулмаунта. Попытка посечь голову не удалось. Хотя есть, конечно, небольшие, незначительные повреждения на голове у Никиты Чистякова. Сразу же Сильван пошел вперед. И сразу ножки, атака. Не получается, вот по корпусу здорово засадил. Шанс, шанс для Никиты, нужно забирать позицию. Мастит сразу и не выходит с этого моста. И какая контратака! Вы посмотрите, какой свип, какое вращение от бразильца. Браво! Блестяще! Ну, по-другому не скажешь. Сильван очень изобретателен в партере. Долго держал этот мост, как будто бы знал, что все этим, собственно говоря, и закончится. И здесь потенциально опять пытается улучшить эту позицию, пересев фулма. Да, на такую борьбу смотреть действительно интересно. Кричат из угла Никита Чистякова двигаться к сетке, собственно, по ней и вставать. Здесь все просто как дважды два – четыре. Но другой вопрос, как это воплощать на практике. Очень плотно располагается сверху, постоянно угрожает Майкон Силван. И тут бы отзащищаться, не то чтобы куда-то двигаться. Будет обходить защиту Майкон. Пока не получается. При этом Сильван не тратит лишних сил для обхода гарда. Тоже очень важный момент. На коленях Майкон Силван рубит в корпус. Добавляет с левой. Еще одна попытка обойти и оказаться хотя бы в хаф-гарде. Придерживает Чистяков левую руку. И вот здесь будет попытка выйти на прием. Да-да-да, берет узел плеча здесь Никита. Но, возможно, это ошибка. Хавгардия широко работает и сразу же пытается отключить. Сильван, руку. Да, не удался элемент. Продолжает диагонально располагаться относительно своего
соперника бразилец. Защищается Чистяков неплохо. Сильван переигрывает. Раз за разом именно вот в этих шахматах на стиле. Подручный треугольник будет выпрыгивать. Ищет момент для того, чтобы в боковой перейти или в полный. Работает для того, чтобы освободить правую ногу. И нет, не удается. А защищался с большим трудом Никита здесь. Намекает Босяцкий о том, чтобы было больше активности в действиях спортсменов. Да и так интересно вроде. Но действительно Лукашу нужно больше. Да, очень строгий рефери, который внимательно следит за динамикой эпизодов и за тем, как бойцы ведут себя в плес. Второй раунд. 2 минуты остается. Еще до предупреждений поднимет Лукаш. Он шутить с этим не будет. Ставлены обе ноги, по-моему, от бразильца для того, чтобы оттолкнуться от него или попытаться даже перевернуть, но очень плотно стоит на ногах Майкл Силва. Редкие удары. Лука корпусом. Крутился там практически в бараний рог, но с левой руки все-таки Сильван попадает. Да, в область челюсти пришлось это попадание. Да, очень хорошая работа от Майкона сегодня. А вот и активизировался Чистяков из этого положения. Понял, что не надо пытаться встать, а просто поработать по голове, как минимум. По бедрам работает Никита. Возможно, и апкики, но нет, очень легко прям ныряет. Следующий этап борьбы Сильван. Да, пока спокойно и без особых рисков этот раунд забирает Сильва, но это шанс, но не тут-то было. Однако встает Чистяков, посмотрите, и может улучшить свою позицию. Колено пытается, еще колено. Локоть разворота и на настиле уже Никита закрывается. Там прошло это попадание 20 секунд. Включается Майкон Сильван и, похоже, он чувствует, что может завершить этот бой. Да, срочно, все кончено. Этот локоть надо смотреть. Денис Шуленин, обращаюсь к режиссеру трансляции. Покажите же нам скорее этот повтор. Этот удар с разворота, ну понятно, сразу же требует пояс. Здесь Сильван. Спасибо за повтор. Здесь столкнулись немного головами. По корпусу и локоть. Получился и в шею, и в челюсть этот удар. Но проблемы сразу же очень серьезные возникли у Никиты. Ну, а дальше уже все было делом техники. Да, очень тяжело приходится Никите Чистякову вообще в Лиге ИСЕЙ. Но это, конечно же, не повод опускать руки. Необходимо тренироваться, двигаться вперед. Сегодня Сильван оказался не по зубам. Кстати говоря, это и заявка на бонус в 50 тысяч долларов. Давайте зафиксируем этот момент. Впереди еще 2 поединка. Валерий Мясников, Рене Песо и, конечно же, главный бой вечера. Аптиб Емирзаев против Элисмара Лимы. Бойцы приглашаются на середину. Дамы и господа, рефери поединка Лукаш Босяцкий остановил бой через 4 минуты и 47 секунд второго раунда. Ladies and gentlemen, your referee in charge, Лукаш Босяцкий, stops this contest at 4 minutes and 47 seconds of round number 2. Техническим нокаутом добивание победу одержал your winner by technical knockout punches, Майкон!
Пока Сильва! И аплодисменты его сопернику Никите Чистякову!